Когда-то муромские бояре выгнали Петра и Февронию из города из-за того, что князь женился на простолюдинке. Чита поселилась на берегу Оки. Именно здесь находился Богородский собор, рядом с которым впервые обнаружили гроб с Петром и Февронией. По легенде, три раза их пытались разъединить, но наутро тела вновь оказывались рядом. Тогда решили больше никогда не разлучать возлюбленных. Они жили душа в душу, все решали вместе. И когда состарились, оба приняли монашество, потому что оба любили Бога. Вот. Для нас это еще важно, потому что в наше время много говорят о здоровом образе жизни. И вот здоровая семья – это часть здорового образа жизни. Те различного рода нарушения традиции семьи – это, как, на мой взгляд, как болезнь. Поэтому и мы должны стремиться к здоровой семье, в которой все было бы совместно, по общему согласию, по любви. Мало кто знает, что началась эта красивая история любви с обмана. Муромский князь Петр пообещал жениться на крестьянке Февронии, если та вылечит его от страшной болезни. Девушка вылечила, а князь сбежал. Но пришлось Петру приезжать к Февронии второй раз, потому что к нему вернулась болезнь. Феврония опять повторила, что излечится только ее законный муж. На этот раз Петр слово свое сдержал, а потом и полюбил свою супругу. Уж очень она была умной и справедливой, а главное – верной. Прожили Петр с Февронией долгую жизнь и умерли в один день. Как показал опрос, о такой любви мечтают многие. Большинство респондентов отметили, что в жизни главное – это семья. Ну, мы уже ходили в церковь, вот, встречались с отцом Георгием, поздравили друг друга. А вечером, естественно, поздравим жену, потому что это семейный праздник. Купим цветы, ну и после рабочего дня подарим. Праздник семьи. То есть, чтобы семья всегда была вместе от начала и до конца, от создания семьи, потом создания других семей и так далее. То есть семья – это вот от начала и до конца. Мы уже напрягли оладьи в кухню, так что вечером соберемся, будем с черничным вареньем есть. Русские традиции обязательно нужно возрождать, а не европейские, конечно же. Потому что мы должны выступать за свою страну, а не за Европу. Мы давно, с 55-го года. Что для нас семья? У нас две дочки, сын, шестеро внуков, четверо правнуков. Вот такая у нас семья. Я думаю, это в большой семье, в детях, да, продолжение рода. Для нас это семейный праздник. У нас с мужем сегодня 3 года со свадьбы. Мы специально выбирали этот день в 2010 году. И вот сегодня будем отмечать. Жалко, его с нами нет сегодня, он болеет в Москве. Но вот завтра приедет и будем всей семьей праздновать. Вот у нас что для нас? Вчера начали праздновать еще на набережной Афанасия, сегодня продолжим. Так что для нас это праздник семейный.